Всем привет, друзья, здравствуйте. Всем привет. Горячий всем новогодний салам из Афганистана, Исламской Республики. Сегодня мы едем вместе с вами на Кабул из города Мазар-Шариф. И видим прекрасные пейзажи этой замечательной страны. Отличная дорога, которую строили еще наши советские солдаты. Все абсолютно тихо, спокойно и безопасно. Мы по дороге слушаем иранскую и афганскую музыку, что в принципе почти одинаково, и наблюдаем за очень красивыми пейзажами и замечательными афганскими грузовиками. Вот внимание, один из них сейчас прямо по курсу. Видите? Каждый из них разукрашен так, как произведение искусства. Настоящий шедевр. То есть, судя по всему, здесь даже можно передвигаться автостопом. Но так как я спешу, то я купил билет на автобус. Вот, он мне пошелся меньше, чем $10. Значит, вместе с багажом. Они хотели больше, но я страховался. Вот можно видеть, как водитель читает намаз, молится у дороги. О, обратите внимание на фасад. Посмотрите на это чудо. Вы видели? Это просто фантастика. Ладно, друзья, впереди много интересного. Не пропадайте. Спасибо за просмотр. И не забудьте, пожалуйста, нажать на колокольчик, подписаться и поставить хороший комментарий, поставить лайк. Ну и, конечно, поделиться с друзьями. Да храни вас Аллах. Да, кстати, вы можете пройти также по ссылке в описании. О, КамАЗ поехал. Мерседес. Видите, много машин с европейскими номерами, с номерами Евросоюза. Так вот, можете пройти по ссылке в описании, поддержать меня в моем кругосветном путешествии. Если найдете слово «Патреон», то это моя платформа для пожертвований. Есть варианты 1 или 3 доллара, всего лишь ежемесячно. Спасибо. Вам можно увидеть девочку, юную, и даже детей. До встречи, друзья, впереди много интересного. Спасибо.